Опа-опа, ну что, накатим? Ну это все, конечно, такое юмористическое отступление. Вообще, конечно, печально, что 9 мая это повод лишь набухаться для кого-то. Мало кто чтит память, лишь бы посинячить. Конечно, вряд ли меня будут сейчас смотреть ветераны, но я более чем уверен, у вас есть прабабушки, прадедушки, которые воевали. Просто говорите им спасибо почаще. Они отдавали, грубо говоря, свою молодость, свою жизнь на то, чтобы сейчас жили мы. Снимали видеоблоги.